Всем привет! Сегодня полностью поменяется ваше представление о семейных минивэнах. Сегодня Volkswagen Touran в эксклюзивной для России комплектации. Наверное, вы знаете, что Тураны третьего поколения официально на наш рынок не поставлялись. Если вы решите купить подобную машину и зайдете на доски объявлений, то увидите привезенные из Европы варианты. Люди, которые смотрят мои видеоролики, знают, что машины, которые там представлены, в 99% случаев имеют сильно смотанные пробеги. Машину в дорогой, редкой, эксклюзивной комплектации на продажу мало кто повезет, потому что есть риск ее не продать. Стоимость будет очень высокой. Поэтому, если вы хотите что-то эксклюзивное, то нужно вести на заказ. Так и поступил мой клиент, заказав вот эту вот машину. Очень редкие опционные LED-адаптивные фары. Об их преимуществах лучше рассказывать в ночное время суток. Машина с передним задним парктроником в серебристом цвете. Очень хотелось что-то эксклюзивное, синий цвет, но, к сожалению, покупая машину на вторичке, очень сложно совместить все, чтобы были и нужные опции, и цвет, и диски, и так далее. Машинка у нас пятиместная, машинка у нас в исполнении Comfortline, вот с такими вот сиденьями. Это комбинированная отделка алькантара вместе с тканью. Один из самых износостойких вариантов исполнения салона. На пробеге 200 и 300 тысяч обычно никаких следов эксплуатации нету. Второй ряд сидений. Здесь три отдельно стоящих кресла. Они, конечно, малогабаритные, но все же. У них регулируются подголовники вверх-вниз. Также у этих кресел есть возможность быстрого складывания. Они, кстати, еще регулируются и вперед-назад. Одним из преимуществ минивэнов является их багажник. Он, конечно, всегда большой, огромный. И этот автомобиль не исключение. Опять же, при складывании второго ряда сидений вы получаете еще большую зону для загрузки крупногабаритных предметов. Машины в Европе последнее время не комплектуются запасным колесом. Эта машина не исключение. Здесь есть ниша, куда без проблем поместится докатка. Но, к сожалению, запасного колеса здесь нету. Есть розеточка на 12 вольт, прикуриватель. И такая полка, под которой также можно спрятать какие-нибудь предметы. Машина с электроприводом пятой двери. При нажатии на эту кнопку крышка закроется. Машина также с задним парктроником и машина с камерой заднего вида. Под капотом этого автомобиля дизельный двигатель объемом 2 литра. Он хорошо знаком публике в России. В Европе на Тураны ставят моторы разной мощности. Есть 150, есть 190, есть полный привод, есть передний. Конкретно у этого автомобиля двигатель 150 лошадиных сил и 6-ступенчатая коробка DSG, DQ250. На мой взгляд, это самый надежный вариант исполнения DSG. Ее ставят на Volkswagen, также с мощными бензиновыми моторами. Например, версия Golf GTI. Есть шильда, свидетельствующая о прохождении последнего сервиса. Он был сделан на 119 тысяч километров пробега. Это примерно 2000 назад. В принципе, время идет, а под капотом Volkswagen особо ничего не меняется. Примерно такая же крышка и была в 2005 году. Этот двигатель можно назвать надежным. У него минимальный расход масла. Он с ременным приводом ГРМ. Достаточно неприхотлив. Наверное, самое дорогое, что здесь есть, это пьезофорсунки, которые стоят на сегодняшний день около, наверное, 20-30 тысяч рублей за штуку. Также есть мнение о том, что нельзя покупать дизельную машину у нас, что и проблемы с соляркой. На самом деле это стереотип. И давным-давно на автозаправочных станциях России, по крайней мере, и европейской части, продается хорошее топливо, которое не создаст проблем вашему автомобилю. Этот автомобиль соответствует экологическому классу Евро-6, и у него есть отдельная заливная горловина, куда заливается AdBlue. Эта система уменьшает количество выбросов в окружающую среду, но при этом вы получаете дополнительный геморрой. Если вдруг что-то сломается, заклинит, нужно будет ремонтировать. Обратите внимание на выхлопные трубы. Это машина из Германии. У нее пробег 120 тысяч километров, и на этих трубах нету нагара. Это дизельный автомобиль, они чистые. Я, честно говоря, ничего здесь не чистил, не делал. Вот как машина пришла из Германии, так это сейчас вы видите. 120 тысяч пробега, реально чистые трубы, ребята. Чистейшие трубы у этого автомобиля.
А теперь перейдем к самому интересному. Это комплектация автомобиля. Обратите внимание, что у машины нет функции бесключевого доступа. Нужно нажимать на кнопки на брелке, чтобы ее открыть и закрыть. Вы скажете: Денис, зачем ты делаешь на этом внимание? Это семейный минивэн, зачем тут вообще эта функция нужна? Сейчас я расскажу. Как я говорил ранее, здесь стоят опционные сидушки. Мало того, сиденье водителя имеет функцию массажа. Это сиденье эргоактив, в базе идут другие сидушки. Данная отделка тоже является опциональным оснащением. Садимся за руль. Здесь очень приятное кожаное рулевое колесо. И много-много ассистентов, которые не идут в базовом оснащении. Я водитель один сейчас. Средний расход топлива, кстати, примерно за 200 км пробега составил 5,6 литра. При этом была достаточно и динамичная езда, и пробочная. У машины есть функция адаптивного круиз-контроля, о которой я расскажу чуть позже. У автомобиля также есть функции, которые контролируют полосу движения, выезд с парковки, контролируют дистанцию за предыдущим автомобилем, и системы, которые не дадут вам уснуть за рулем. О них я расскажу сейчас позже в движении. Здесь навигационная система, причем, смотрите, есть карты России, достаточно хорошо прорисованные. Вот в этом немцы и Volkswagen в частности отличаются от Renault. Это качество исполнения мультимедии. Она здесь реально качественная. Функции радио, но этим, конечно, никого не удивишь. Самое, наверное, интересное, что здесь есть, это UpConnect, то есть посредством провода USB можно подключить сюда телефон и все, что есть у вас на экране мобильного устройства, вывести сюда. Также здесь есть Carnet, то есть система интернета в автомобиле. Полноценно можете пользоваться интернетом. Мне очень нравится, как здесь выполнено меню. Все так интерактивно, красиво. Также у машины есть система контроля давления в шинах, которая работает и на стоячем автомобиле. У многих машин она работает только в движении. У машины климат-контроль. Казалось бы, что здесь такого интересного, ну кого сейчас этим удивишь? А вот он здесь необычный. Здесь система, которая называется Pure Air Climatronic. Это система, которая сама следит за качеством воздуха в автомобиле. Трехзонный климат-контроль. Задние пассажиры тоже могут регулировать себе температуру. Также я могу с водительского места это делать. Регулировка температуры для передних пассажиров возможна и классическими ручками. Обратите внимание, как включается обогрев лобового стекла. Кнопочки здесь нет, это все делается через дисплей. Я могу заблокировать управление задним климатом. Но есть дополнительные настройки. Это автоматическое включение доп. Отопителя, он здесь электрический. И чтобы автоматически обогревалось лобовое стекло. Подробно про эту систему можно почитать в меню. Автомобиль с очень крутым оснащением. Но это еще не все. У машины адаптивная подвеска. При нажатии на кнопочку Mode меняется настройка автомобиля. И в частности, жесткость амортизаторов. Здесь стоит адаптивная подвеска, у которой регулируется жесткость. Вы можете выбрать режим и посмотреть, какие настройки у вас стоят. Рулевого управления, привода, адаптивного круиза, работы климат-контроля и так далее. Реально, у этого автомобиля меняется жесткость амортизатора в том числе. Отклик на рулевое колесо, отклик на педаль газа. Сейчас дальше в движении я вам это продемонстрирую. Также вы можете настроить индивидуальный режим, где выбрать настройки под себя, как вы хотите, чтобы работала машина. У машины передний и задний парктроник, камера заднего вида и функция автопарковки тоже присутствует. Включаем указатель поворота, включаем заднюю скорость. Машина начинает ехать сама. Я не трогаю рулевое управление. Притормаживаю только ногой. Но сейчас этим, в принципе, никого не удивишь. И получается такая ситуация, что у машины Discovery Pro Multimedia, Pure Air Climatronic, адаптивный круиз, различные ассистенты, контроль мертвых зон, комбинированная отделка, то есть, наверное, почти полный конфигуратор, дополнительный отопитель электрический, и машина при этом заводится и глушится с ключа, то есть нету комфортного доступа. Казалось бы, взяли практически весь конфигуратор, не взяли простую, банальную опцию, удобную, запуск с кнопки. Такие вот замороченные, интересные немцы. Также, так как это минивэн, здесь достаточно много мест для хранения. Здесь располагаются слоты для карточек. Здесь бардачок, он небольшой, но в принципе что-то положить можно. Верхний бардачок почему-то плохо открывается, приходится рукой помогать. Тоже тут какая ниша, очки положить, какие-то бумажки. С левой стороны от меня есть ниша, внизу есть ниша.
Здесь такой неплохой карман. Здесь карман. Здесь подстаканники. Здесь ниша. Считаете, сколько я уже всего наговорил? И здесь. Также в верхней части, в ее консоли, как это раньше было в Galaxy, в Форде Galaxy, вот такие вот ниши для хранения. По-моему, это круто. Это удобно. Данный автомобиль обошелся в сумму около 1,8 миллиона рублей. Сейчас вы, конечно, скажете, что это очень дорого, и есть большое количество других автомобилей, которые можно купить за эти деньги. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся. 1,8 миллиона рублей. Можно взять BMW, можно взять Audi, можно взять Mercedes, но что будет внутри? Конечно, наверное, вы сможете купить машину с дизельным мотором, возможно, вы сможете купить машину даже с полным приводом, но будет ли эта машина с крутым адаптивным круиз-контролем, с крутыми фарами головного освещения, с навигацией, будет ли эта машина с адаптивной подвеской, которая может менять жесткость амортизатора, и другими ассистентами, которые следят за безопасностью вашего автомобиля. Сможете ли вы в этой машине отпустить руль, чтобы она сама продолжала движение? Да, конечно, нет. А здесь и получается, что эта машина на самом деле вовсе недорогая, учитывая ее оснащение. А если учесть, что помимо всего этого вы получаете огромный салон и багажник, то альтернативы на российском рынке у вас просто не будет. Сейчас я двигаюсь на адаптивном круиз-контроле. Машина сама контролирует дистанцию за впереди идущим автомобилем. Я при этом педалями не пользуюсь. Я могу эту дистанцию увеличить, могу ее сократить до минимума. Машина также может сама остановиться. Обратите внимание, я сейчас не буду давить на педаль тормоза и газа. Она сама притормаживает. Впереди препятствие, Лада. Сейчас посмотрим, как машина полностью остановится. Чтобы автомобиль начал движение, мне нужно будет нажать на вот эту вот клавишу. Здесь все управление адаптивным круиз-контролем. Машины впереди поехали, нажимаем клавишу на руле, машина начинает двигаться сама. Помимо этого, сейчас машина сама контролирует полосы. Обратите внимание, она подруливает. Дорога делает поворот, рулевое колесо при этом тоже подруливается. Моя вторая рука здесь, а первая держит камеру. Машина предлагает мне самому принять участие в управлении. Я этого делать не буду, так как активен ассистент контроля полос. Если вдруг этот ассистент активен не будет, через 10 примерно секунд машина издаст звуковой сигнал погромче и потом применит экстренное торможение, кратковременное. Это сделано для того, что если вдруг я заснул, данный ассистент контроля полос не работает, значит, я должен сам держаться за рулевое колесо. Она меня таким способом попытается разбудить. Все это, конечно, очень круто. Буквально 5 лет назад я, наверное, даже и мечтать не мог о движении на таком автомобиле. А сегодня я еду на автомобиле будущего. Еще немножко, еще совсем, и водитель совершенно не нужен будет. То есть я еду в пробке, не пользуюсь педальным узлом, не держу рулевое колесо. Машина сама полностью выполняет движение. Единственное мое участие – это вдруг, если поток остановится – и нужно будет заново тронуться, мне нужно будет нажать эту клавишу, как вы ранее видели. Тормозим. Все это время мы двигались в режиме комфорт, а теперь давайте нажатием на клавишу Mode поменяем настройки ходовой части, рулевого колеса и отклик на педаль газа. Режим Sport. Автомобиль держит пониженную передачу. Мне нужно больше усилий, чтобы повернуть рулевое колесо, оно налилось. Машина стала жестче. Знаете, появился такой спортивный характер. Хочется даже немножко пошалить. Если поставить, например, сейчас сюда колеса 17 или 18 дюймов, низкий профиль, реально на этой машине можно будет даже выехать на трек, я думаю. Очень приятно, очень и неожиданно приятно, что реально поменялся характер. Я думал, что это будет, знаете, какая-то игрушка. На дисплейчике информация поменяется, а по факту будет то же самое. На самом деле резко поменялись повадки автомобиля. Он реально стал спортивным. Такая дрожь на кузов появилась. Больше стало шума акустического, потому что пластик дребезжит, машина жестче. Хорошо, что здесь 16-е колеса стоят.
очень приятно. Вы знаете, Volkswagen меня в очередной раз очень приятно удивляет своим функционалом. Это то, чего не будет на большинстве дилерских автомобилей. Это то, ради чего стоит покупать такие машины. Да, цены, конечно, не маленькие, цены кусаются, но с другой стороны, посмотрите, 2020 год, и на сегодняшний день курс рубля к евро 87. 87, ребята. Я бы рад, чтобы он был 40, но, к сожалению, это только мечты. И еще, добавьте к этому реальное немецкое качество, отличное техническое состояние автомобиля, его минимальный оптический износ и, как следствие, огромный запас прочности. Наверное, вы помните, что реальный пробег у этого автомобиля 120 тысяч километров, а его текущее состояние соответствует 1040-50 пробега по России. И это отличает машины из Европы, и это отличает машины без пробега по РФ. Это, как знаете, такой гарант качества. И это отличает их от нас. На сегодня у меня все. Надеюсь, вам будет не только интересно, но и полезно. Если у вас остались вопросы по ходу просмотра этого видео, обязательно задайте их в комментариях. Если данное видео вам понравилось, поддержите большим пальцем вверх. Ну и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. У нас всегда интересно.